Weißt du, das ist schon. Das ist schon. Das ist schon. Das ist Слушайте, я придумал. Я придумал анекдот. Ну, Спау, смотри, я придумал анекдот. Знаешь, я не знаю, что так. Ну, значит, я придумал анекдот. Слушайте, значит, дядька убил цыганку, значит, на суде. Его оправдывают, его оправдали. Он оправдывается. Ему говорят, что ты цыганку звали? Ну, там, враж. А значит, говорит, я иду, что я работаю гинекологом. Весь день, значит, там лазит, значит. Потом иду домой к жене, до этого иду к любовнице. И так все время подходит цыганка, говорит, потом подходит цыганка, говорит, слушай, дай рубль, я тебе пизду покажу. И я ее убил. Ну, и, дай рубль, я пизду покажу. Ну, хоть кто-нибудь показал бы мне хоть раз занец. Что он гиперактивный, знаешь? Ой, ой, бля! Хоть бы раз, хоть кто-то, знаешь? Ну я вот это придумал, я имею в виду. Анекдот старый, я это слышал, это анекдот пишет просто про то, что хоть... Ну тут его точно, знаешь, оправдали, что гиперактивный, знаешь, эти стены.